Всем привет, ребята. Что у нас? Ивент появился. Находится он в городе Мэйвилл. Нужно телепортироваться. Во-первых, вам будут давать жемчуг. Как смотреть? Видите, сразу не показывают. Нажимаете на летний фестиваль, и вам показывают. Каждые полчаса будут давать. 1, 2, 3, 4. То есть 2 часа нужно каждый день в игре проходить. Потом главный распределитель, он дает квест, вот такой вот фиолетенький, переместиться на остров, перемещаемся и смотрим, это в Мэвиле, телепорт на остров по ивенту и смотрим, что там будет. Получается 1, 2, 3, 4, это 5, 6, 10. Каждый день. Может быть, там еще какие-то квесты внутри. Вот такой у нас островок веселый. Это мы на первых порах. Видите, все сюда. Кабинки. Вот он. Квестик сделали. Типа переместиться и поговорить. Дали сразу жемчуг. Хлобысь. Какие-то ежедневные задания. Ну, всех наберем. Защита пляжа. Угроза острову. По 3. Нормально жемчуга дают. Только что за него будет. И пошли собирать, пока тут толпы нету. Скоро будет толпа, сколько тут каналов. Да, тут много каналов. Так что место будет. Это сейчас все на первых. Пособираем звездочки. Описания пока нету, что к чему. Но мы по-быстрому глянем. Звезды вообще не проблема. 8 штук. Но если никто не мешает. Ну, вы видели, сколько каналов. 10. Потом бочка с рыбой. Ох, кто-то появился. То есть не поговорить должен был, а я убежал. Принять. Приняли. Дальше. Какой-то мячик. Давайте разобьем мяч. Давай в команду возьмем. Вдвоем, то быстрее, как ни крути. Сколько у него? 1 000 000 хп. Ну, давайте глянем, что он дает. Что-то же дает, наверное. Главное, чтобы толпа не пробежала, наш мячик не убила. Если он что-то нормальное дает, может будет сразу на второй, на третий канал. Все побить. Люди сразу в библиотеку идут, нужно будет тоже посмотреть. То когда уже более сильные соберутся. 700. Гриты проходят по мячику нормально. Что он думает стрелять? Весара. Я его сейчас кикну. Убежал. Ну ладно. Пускай уходит. Сам постреляю. Ну, слабость наложил на мячик. Тоже неплохо. Никого в группу брать не будем. Нужно увидеть, что с него падает. Вон еще кто-то ходит. Их убить надо 100 пудов. Так, что за задание? Пока она стреляет, посмотрим. Это выполнили вот это.
Убить киота-головореза, киота-копейщика, 10 штук. Устранить гигантского киота-головореза. Дадут 2 этих. Потом нужно посмотреть. Отстань. Нефиг было отходить. Потом другое. Устранить каменного голема. Тоже нужно будет пойти найти. Это мы не выполнили. И все. И все задания остальные пособирать мы сделали. Ноли тут бегает. Ну, меняло там, наверное. Мы пробежимся везде, посмотрим. Очень было в БДО похожее. Тоже там был пляж. Там нужно было прыгать по бортикам. Пособирать. Там жемчуг висел на деревьях, время от времени дропался. Нужно было его сбивать. Собирать кокосы, а потом сбивать. Это чуть-чуть на похоже. Короче, мячик добили. Ну и что с мяча? Какой-то портал открылся. Фу, не знаю, что за портал. Три жемчуга дали. То есть, если мячик убивать, заходишь в портал, открываешь сундук, и три жемчуга дают. То есть можно сейчас на каждом канале пособирать жемчуг. Давайте посмотрим, что вообще менялы дают. Если есть смысл, то можно быстро. Что он дает? Сейку 3 звезды, Энакир 3, сундук с летним обликом Астела. 500. Что за летний облик Астела? Доступно один из одного. Так что всего можно по одному вот этих взять. Сундук с летними сувенирами. Со свитком зачарования. Сундук со стелитами. Понятно, ерунда всякая. Внутри звезды это ни о чем. Ну, приятно. У меня они под... А, сейка у меня вроде бы 5. Ладно, побежали на второй канал. Там мячик побьем. Киот-головорез появился. Давайте киота убьем. Вообще ватные. Шотаются с полтычка. То есть их любой сможет убить. То есть квесты такие очень легенькие. И поскольку аж 10 каналов, а игроков мало, никакой проблемы нету их убрать. Давай головореза убьем. Может быть, он посильнее, может быть, он типа для толпы. Ну да, слабеньким будет тяжело. Ну, любого сильного взяли и все. И вот они легко шотаются даже. Даже слабыми игроками вы будете легко проходить все это.
Так сразу вместе, чтобы их бить. Так, эти... О, перестали светиться. Кого я еще там не убил? Побежали. Интересно, мяч тут один или несколько? По три жемчуга. Это сколько их нужно убить? 150, это будет 450, да? Лобысь выполнил все задания, кроме каменного. Не устранили. Сейчас пробежим, устраним. Эти, надеюсь, отстанут от меня. Каменный, каменный, песчаный пля. Ого, аж туда бежать. Ну ладно, побежали. Вот такой вот песчаный пляж. Пользуйтесь моментом, пока есть время. Заходите. Только есть мячики. Вот еще мячик, видите? Везде, где видите мячик, бейте его. Тут кто знает, ну, кто понял, это сразу по всем каналам. Прыгает и бьет. Можете сразу много жемчуга собрать. Давай каменного завалим. Посмотрим, сильный он. 93 тысячи ни о чем. И бьет он. А ну, давайте посмотрим, как бьет. Ударь меня. По 167, ну да. Может, в АФК его убивать. Одними астелами. То есть тоже любой сможет убить. Сделали так, что ивент не надо искать сильных. Все проходят его налегке. Тысячи. Ну, только слабенький будет бить его в два раза дольше или в три, да и все. Все вот на время, а пройти любой сможет. Так что, ребята, вот такой вот дикий пляж здесь. Кому было видео хоть как-то интересно, подписываемся на канал, ставим лайки. Короткий обзор ивента мы посмотрели. Активных игроков также приглашаю к себе в гильдию. Буду рад видеть. До скорых встреч. Всем пока. Спасибо за просмотр.